Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – як можна цивілізованим шляхом вирішити в місті проблему безпритульних тварин. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є пропозиції, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А гості нашої студії – начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Володимир Корчагов та голова громадської зоозахисної організації «Фенікс» Олена Вардан. Друзі, добрий вечір. Приємно вас бачити в нашій студії. І, будь ласка, минулого четверга активісти провели в Миколаєві акцію на захист бродячих тварин. У нас є відеосюжет. Давайте спочатку подивимось, а потім прокоментуємо і почнемо нашу розмову. Ви згодні? Так, згодні. Будь ласка, відеосюжет. Збиратись борці за права тварин почали групами, в руках плакати і транспаранти. Не обійшлося без тварин. Мітингувальники підготували спеціальні футболки. Вистачило не всім. Згуртувавшись, учасники акції сформулювали свої вимоги до міської влади. Я проти вбивства. Я проти вбивства. Я вважаю, що більшість нашого населення проти. Ми проти рішення виконкому про прийняття евтаназії тварин. Ми будемо все робити, щоб це не повторилося в нашому місті. Ні вбивству в місті Миколаєві. Про яке саме рішення міськвиконкому протестувальники не повідомили, але акції протесту це не завадило. Так от в Європі. Ось як в Європі проводять це по телевізору, в притулку, благодійні в рекламі, як от благодійні організації займаються, прилаштовують. Під стінами міської ради зібралось близько 60 зоозахисників. Вони вимагають, щоб до них вийшов очільник міста Олександр Сянкевич. Одна з вимог мітингувальників – зняти з поста виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Захист тварин» Олександра Голобородського, який приступив до виконання своїх обов'язків 5 днів тому. Його протестувальники зупинили на підході до міськради. Та конструктивного діалогу з виконуючим обов'язки керівника підприємства не вийшло. Значить, вчора я була на дні народження у жінки, їй 93 роки, у яхт-клубі. Там в них собачку отруїли і написали листа, щоб ви розібралися, хто отруїв, що отруїла. Вона в поліцію навіть написала. Це Велика Морська, 19. Тот факт, который вы говорите, я о нем с данный момент ничего не знаю. Сообщений у меня об этом нет. До учасників протесту ніхто не вийшов. Не дочекавшись відповіді міської влади на вулиці, зоозахисники перемістились в малий зал засідань. Тут до обговорень долучився мер Олександр Сінкевич, а також представники іншої сторони конфлікту, які бачать у безпритульних тваринах не лише друга людини. Хорошо, як вона? Хорошо, її стерилізують, вона мене загрізе по-другому. Що мені до стерилізації? Офіційно, по-моєму, там 4 тисячі. Офіційно наче 4 тисячі, неофіційно 7 тисяч собак в місті. Куди їх дівати? Чекати, поки вони всі помруть? Вибачте, вони одразу зараз всіх нас перегризуть. Тобто в будь-якому разі необхідна евтаназія. В Європі це звичайна практика. Займаючи активну громадську позицію, Святослав прийшов не з пустими руками. Надгроб'я альпаки. Ну, це надгробок альпаки Каштанки. Одна з 4 альпак, яка загинула, загризнена собаками дикими в зоопарку. Чому тут? Для того, щоб нагадати депутатам, що це в першу чергу їх відповідальність. За те, що собак ловлять, а потім відпускають. В малій залі Олександр Сінкевич пояснив зоозахисникам, що потрібно не висувати умови, а шукати шляхи боротьби із проблемою. А саме необхідно розробити програму поводження із тваринами. Я вже слухав в цій програмі. Я вже чую про цю програму 2 роки, про те, що вона підготовлена, про те, що ми її переглядаємо. Ми будемо ще її розглядати і готувати 2 роки. Я даю вам конкретний строк. Значить, ця програма має бути підготовлена до 17 травня. 17 травня – це сесія міської ради. Якщо зоозахисники або їх опоненти встигнуть підготувати свої програми до цього терміну, то на найближчій сесії її можуть розглянути. Перед винесенням на голосування проєкт рішення має пройти низку депутатських комісій та інших процедур. Тому питання бродячих собак і досі залишається відкритим. Як ми бачимо, ситуація з безпритульними тваринами в місті загострюється чи ні? Володимир Германович, будь ласка, прокоментуйте.
По поводу обострения ситуации с собаками, ну, на сегодняшний день, может быть, отчасти и да. По одной простой причине, что наше коммунальное предприятие, Центр защиты животных, не работал на протяжении с ноября месяца по сегодняшний день. Возможно, в этот период и произошло большое, скажем так, пополнение собак в городе Николаеве, и, конечно, это негативно действует как на состояние жителей города Николаева, так и на общий фон города в целом. А с какой причиной не працював Центр захисту тварин? На предприятии был введен карантин ввиду того, что собаки болели чумой животных, и поэтому, согласно постановлению ветеринарной службы, у нас полностью был карантин до последней, скажем так, больной собаки, и с момента определения последней собаки еще 45 дней на проведение всех неотлагающих мероприятий, связанных для того, чтобы очистить предприятие от этой заразы, скажем так. Что касается данного митинга, ну, я только рад тому, что жители города неравнодушны к ситуации, связанной с собаками в городе Николаеве. Очень приятно видеть, что люди хотят, чтобы собаки были живы, чтобы никто их не уничтожал в физическом плане массово. Ну, хочу вас заверить, что этого не произойдет. Все действия с поводжениями с тваринами будут идти только на основании действующего законодательного поля. Никаких собак никто никуда не собирается вывозить на эвтаназию, на усыпление, на расстрел, на сжигание. Поэтому, чтобы предупредить такие дальнейшие действия, хочу сказать, что новый руководитель КП Центра защиты животных Голобродский работает действительно небольшой период времени. Городской голова дал ему шанс на приведение данного предприятия, коммунального предприятия, в необходимое русло, поставить его, скажем так, с колен на ноги для того, чтобы в дальнейшем начать работы, связанные с отловом животных, стерилизацией. Ну и на сегодняшний день это метод ОСВ, на сегодняшний день. В дальнейшем необходимо принимать программу, в которой будут прописаны те или иные действия, связанные с животными в городе Николаеве. 17 травня на сессии міськради вы будете запропоновувати программу? Ні. Ні? Нет. Данная программа еще проходит комиссии депутатские, поэтому здесь нужно, мне кажется, разделять программы. Существует на сегодняшний день две программы, которые, согласно распоряжению городского головы, в 2017 году была создана рабочая группа, и по работе этой рабочей группы было создано две программы. Они объединены в одну, но с четким разделением. Одна программа гласит о том, что мы собак отлавливаем, стерилизуем, проводим с ними все необходимые меры по ветеринарной медицине и передерживаем в течение 2 месяцев. В течение 2 месяцев необходимо найти этим собакам, условно говорю, этим собакам хозяев для того, чтобы они имели возможность жить в семье с людьми, и если другие собаки не находят, то это метод эвтаназии, гуманный метод эвтаназии. Вторая программа гласит о том, что в этой же программе, вторая часть программы, это предложение зоозащитных организаций, это метод ОСВ, отлов, стерилизация и выпуск в среду обитания. Хочу сказать, что данные программы – это проекты. Это не утверждение, это только проекты. Они будут оговариваться в комиссиях, они будут выноситься на общественные слушания. Вся процедура, которая необходима для принятия программы. Поэтому голословно говорить нельзя, что вот принимается программа по уничтожению. Нет, никто собак уничтожать не собирается в том виде, в котором оговаривается. Ну вот есть особо рьяные любители или не любители животных. Олена, будь ласка, ви представляєте зоозахисну громадську організацію «Фенікс», і ви займаєте дуже активну позицію. Згодні ви з Володимиром Германовичем в тому, що є дві програми, які мають право на життя і на розвиток, будь ласка. І яка з цих двох програм вам більше подобається? Або у вас є власна думка на цю проблему? Если смотреть в разрезе того, какую программу из этих двух вариантов мы поддерживаем, то тогда, конечно же, программу, которая основана на методе ОСВ как таковом.
Если просто глобально ответить на этот вопрос, то сейчас еще работает депутатская рабочая группа, которая пишет программу, в основу которой все равно заложен метод ОСВ. Просто там более глобальный, более масштабный, скажем так, комплекс действий, которые должны выполняться параллельно с этим. Вот это, наверное, та программа, которая, с моей точки зрения, близка к идеалу. Почему? Потому что судить о том, что ОСВ хорошее или плохое, сработало, не сработало, можно было бы, если бы все условия, которые были поставленные для этой программы на предыдущие 5 лет, они действительно все полностью выполнялись. Если учесть тот факт, что большая часть тех или иных вещей не выполнялась, нельзя сказать, что она выполнена на 10%, на 15%, на 20%. Я считаю так, что программа могла быть либо выполнена, либо не выполнена. Если она не дала результата, сугубо только лишь из-за того, что просто большая часть комплексов не осуществлялась. Это в первую очередь самый важный, наверное, основной процесс – это контроль домашних животных. Потому что бездомные животные – это все-таки уже результат, который появился на улицах, к сожалению, в силу безответственного заведения домашніх животних. Олена, я перепрошую, да. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Да, алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Вот, знаете, сейчас это очень актуальный вопрос, да, по собакам пошел. Вот, ну, ребята, а вы не боитесь, что на вас и на ваших детей нападут собаки? Не дай бог. Вакцины в Украине нет от бешенства. А уже сколько случаев было? Вот женщину, по-моему, полгода назад закрыли собаки, она умерла в Октябрьском. И, ну да, это животные. Но мы же едим коров, едим свиней. Мы как-то убиваем этих животных. А это животные, которые опасны для человечества, для людей. Это или такие правозащитники. Возьмите себе по 5 штук их. Ну, ми зрозуміли ваше питання, і чоловік питає, я так зрозуміла, що він виступає за повністю за те, щоб знищити... За поколовну евтаназію. Так, так. По поводу вопроса, щоб зоозащитники забрали всіх собі, це мій любимий вопрос. Да, абсолютно согласна. Люди, які люблять животних, могли би допомогти и забрать какое-то количество животных себе домой. И я вас уверяю, люди это и делают. Все зоозащитники заинтересованы в первую очередь в том, чтобы животные не страдали, и чтобы они все-таки были домашними, чтобы они имели владельца. Но, к сожалению, забрать всех собак с города, если даже мы бы очень сильно как бы этого не хотели, у нас просто физически не получится. Количество людей никак не совпадает с количеством собак. И, к огромному моему сожалению, мы просто не можем это сейчас осуществить. Если бы такая возможность была, если бы мы могли это сделать, мы бы, наверное, не собирались и не думали, и не искали другие варианты, как можно помочь в этом вопросе. Как можно гуманно, правильно, комплексно прийти к желаемому финишному результату. Это по поводу забрать всех себе домой. А по поводу того, что если бы на нас нападали, хорошо или плохо, собаки на улице – это нехорошо с точки зрения зоозащитников. Нехорошо и для людей, и нехорошо и для собак. И я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Да, это ужасно, то, что собаки нападают на людей. Но, к сожалению, это уже данный факт, который мы имеем сейчас. И для того, чтобы... постфактум. Да, это уже постфактум. То есть обсуждать, хорошо это, плохо, нравится, не нравится, мне кажется, нелогично довольно-таки. Потому что, ну хорошо, от того, что я скажу, что это хорошо, их не станет меньше или больше. Или скажу, что это плохо, их точно так же не станет меньше или больше. Мне кажется, нужно просто все-таки начать активно, быстро выполнять тот комплекс, о котором я вот только что буквально говорила. Эвтаназия поголовная. Я могу об'яснити, чому не працює, але це дуже длительний процес. Давайте послухаємо, у нас є знову дзвінок, а потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Фамилія Анатолій. Я звоню по поводу собак. Я вважаю, як мужчина сказав, можна відловлювати, в будь-якому випадку собак можна відловлювати, 2 місяці їх тримати, і потім, якщо собаки забирають, надо, это все нормально. Противно, до свидания с собаками, все будет закончено. В городе Николаеве собак не должно быть. Все. Совершенно верно, и полностью поддерживаю. Пожалуйста, Володимир Германович. Человек, который позвонил в эфир, спасибо за вопрос первого человека. Боюсь ли я, что на моего ребенка нападет животное, собака, агрессивная собака? Конечно, боюсь. Я живу здесь, и фактически... Жена моя с ребенком ходят также в школу и со школы, в том числе проходя мимо стаи этих собак. Но моя точка зрения сугубо субъективная. Ну, наверное, как чиновника в том числе, собак в городе Николаеве без хозяина быть не должно.
Либо это собака, находящаяся в, на поводке у своего хозяина, в наморднике, если это агрессивная собака, имеющая паспорт, имеющая чипирование, это лучший вообще вариант. И ответственный человек, который за нее несет полную ответственность перед законом в том числе. Поэтому метод ОСВ на сегодняшний день, он правильный, но он мог бы быть выполнен и был бы дан результат для города, если бы мы охватили не менее 80% города в целом. К сожалению, на сегодняшний день этого не произошло. Поэтому какие-то варианты нужно искать другие. И либо это приюты, либо это действительно ситуация, связанная с той программой, которую мы, проект которой мы разработали. То есть 2 месяца ищем хозяина для той или иной собаки, после этого гуманное усыпление. У нас знову дзвінок. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я очень много держав собак, і больших, і маленьких. Но я всегда собаку вожу на поводке, потому что собака – это и есть представитель волчьих. Поэтому нападение собак на людей, чипированное, не чипированное, это не имеет значения. Бродячая собака, будучи голодной, она нападет. Стерилизовали вы ее или нет? Поэтому, если правозащитники говорят, что это негуманно, ну, посмотрите западные передачи «Город собак». Да, собак собирают, у них есть приют, но есть сроки, где собак держат. Если ее не определяют в семью, ее усыпляют. Ну, добре, ми зрозуміли вашу пропозицію. Олена, будь ласка, мені здається, що ви можете відповісти цьому чоловікові. По поводу собак, которых нужно, по поводу отловить всех собак, продержать 2 месяца и потом либо усыпить, либо ей повезло, ее пристроили. Я как зоозащитник, с точки зрения пристройства, пристроить 5000 собак, если у каждой из них будет срок 2 месяца, так? Это из мира фантастики. Вторая часть – это собака, как я понимаю, проходит полный комплекс, который предоставляет предприятие, потом продерживается 2 месяца еще тоже за счет предприятия, то есть за счет города фактически, и после этого усыпляется, потому что, скорее всего, животное не найдет хозяина, очень маленький процент будет находить своего хозяина. И таким образом город осознанно будет тратить огромное количество денег просто на то, чтобы по итогу, по факту, иметь большую численность трупов де-факто. С точки зрения экономичности, это не совсем логичная, мне кажется, цепочка. Если говорить об агрессивных собаках, зоозащитники не за то, чтобы агрессивных собак возвращали в среду обитания. Безусловно, есть агрессивные особи, которые бросаются, которые проявляют агрессию, к огромному сожалению. Эти собаки должны отлавливаться, получать комплекс услуг, назовем это так. Потом активно, параллельно с этим должен искаться хозяин, который может забрать животное под чипирование, чтобы в дальнейшем нести юридическую ответственность за это животное. Если же такого человека не нашлось, это животное либо передается зоозащитным организациям, которые за свой счет содержат это животное и пристраивают дальше, точно так же под чипирование, либо же собака поддается гуманному усыплению, эвтаназии. Применять этот метод ко всем животным, во-первых, очень затратно будет для города, так как я понимаю, в первую очередь город интересует именно этот вопрос. И, во-вторых, весьма нелогично, потому что количество пропускаемых мест за год, которое сможет себе позволить коммунальное предприятие, имея, если я не ошибаюсь, 154 вольера, да? 140 собак. Ну, 140, 140, да. Это ориентировочно, 140 плюс-минус. Ну, округлим, пусть 140, да, вот цифра 140. И имея 5000 собак на улице, все равно это количество с условием передержки в 2 месяца не будет огромным. То есть результат будет плюс-минус тот же, может, на год быстрее, на год как-то сдвинется в результат, но только так это будет поголовная эвтаназия практически, а так это будет метод ОСВ с устранением агрессивных особей с улицы. Лена, я не соглашусь с вами. Никто, поймите правильно, никто 5000 животных за раз не отловит. Вы же прекрасно это понимаете. Да, конечно. То есть в день, и дай бог, чтобы отлавливали по нормам 8-12 собак, ну, вот да, точка отсчета. Так. Точка отсчета с этого момента. То есть нет такого 5000 и все.
То есть постепенно, потихоньку, помаленьку. И есть зоозащитные организации, ваши, другие, которые не байдужи до этого, будут находить, будут искать. Городская власть будет помогать. Никто ж не говорит, что нате вам, заберите, и мы и омываем все. Руки. Нет, ни в коем разе. Я это прекрасно понимаю. Я также еще и понимаю, какое количество собак может реально пристраиваться, так как мы непосредственно наша организация. Очень, очень неплохой показатель был в прошлом году, если верить той информативной справке, которую дает нам коммунальное предприятие. Не друзья, я перепрошую, у нас новый дзвінок. Давайте послухаємо. Да. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, от у нас совершенно нет площадок для вигулу собак. Що ви робите для цього, щоб вони були? Ну, це дійсно теж болюче питання. Володимир Германович, мені здається, що це до вас питання. Да, совершенно верно. Спасибо за вопрос. Дійсно, на сьогоднішній день чіткого місця определення для вигула собак в розумінні того, що вот оно є, сидіть і вигулюєте. Ні, це зелені зони, це тильна сторона домів, як прописано в правилах благоустройства. Mm-hmm. На сегодняшний день вот есть громадский бюджет, который был принят депутатами городского совета. Ждем распределения средств. И даст Бог, появится одна основная, не основная, а одна из площадок. Это в сквере бывшей Комсомольской, нынешней Спасской. Это возле яхт-клуба. Проблема существует. Проблема, об этом знаем. И, ну, скажем так, будем ее реализовывать. К сожалению, вот так. Лише один сквер? Лише одна площадка, а другие площадки определены правилами благоустройства. Это зеленые зоны, это тыльная сторона домов, где живут люди. Поэтому, естественно, за собакой нужно убирать для того, чтобы не было скандала от соседей. Но вот так определено правилами. Проблема еще в том, чтобы, если фактически человек живет в районе Намыва, да, добраться. Эта площадка будет, допустим, там в районе Октябрьского примерно, да, то человеку абсолютно от этой площадки ничего не поменяется в жизни его и в жизни его собаки. Ну, звичайно, одна площадка. Это то, о чем девушка и спрашивала, скорее всего, о том, что как таковых площадок, площадка это не только территория, где можно гулять, совершенно когда верно. Люди там гуляют, а площадка это там, где можно гулять исключительно вот с собаками, чтобы не мешать тем или иным образом людям проводить время. Естественно, такого у нас, к сожалению, в городе, пока в каждом нет. районе точечно, к огромному сожалению, нет. И это весьма важный вопрос, потому что конфликты с бездомными животными – это самый такой больной вопрос сейчас, но конфликты с домашними животными не менее важны, на которые сейчас, к сожалению, внимания практически не обращает никто. И, насколько я знаю, даже если фактически в тот же Ингульский район сейчас, у них даже одной выгульной зоны нет, хотя район довольно-таки крупный, и огромное количество, там очень большое скопление домашних животных, и людям просто негде выгуливать животных. И тут даже вопрос не в том, то, что убирать за ними нужно, это само собой, тут вопрос еще в том, что было бы где за ними убирать, чтобы с ними там гулять. Да, это большая проблема, город это не учитывает пока, к сожалению. Город учитывает, но пока это проблема. К сожалению, так, да. Володимир Германович, а чи можна цю проблему вирішити? Возможно. Все упирается в фінансування, все упирается в проекти і фінансування. Ну, давайте, скажем так, если есть номер телефона звонившего, я перезвоню и расскажу более детально. Здесь нужен определенный период времени для того, чтобы объяснить, рассказать, где это все возможно сделать. Мы повертаємось до нашей головной темы. Это проблемы беспритульных тварин, яка дуже загострена на сьогоднішній день. И крім того, що почав знову працювати Центр захисту тварин, і крім того, що є проекти двох програм, про які ви мовили, що ще, Володимир Германович? Ви маєте в виду... Давайте так, ізначально. Ну, щоб не було такої напруженості, яка зараз в місті. Для того, щоб не було напруження в обществі, в першу чергу комунальне підприємство, профільне підприємство, яке відповідає в першу чергу за цей питання, оно должно быть максимально доступно жителям города, чтобы люди могли в любое время позвонить и получить хотя бы как минимум какую-либо консультацию, чтобы они знали, что они имеют какой-то уровень защищенности, скажем так, как бы это странно ни звучало. Ну и, безусловно, коммунальное предприятие должно максимально приложить усилий к числу стерилизации, параллельно с этим к пристройству и реагировать на случаи нахождения агрессивных особей в стае. То, о чем я говорила, агрессивных собак нужно отлавливать и не возвращать обратно, да.
Все то, что говорит Лена, оно сейчас выполняется на сегодняшний день. Есть это в уставе предприятия, предприятие это будет выполнять и на сегодняшний день работает. По поводу того, чтобы уменьшить, однозначно это регистрация животных. Без регистрации животных владельческих. Я не наполягаю, это аксиома. Все собаки появились в городе Николаеве исключительно от выброшенных собак. И пошла дальше популяция. Поэтому это основное. И второе, это немаловажно, собак в городе не должно быть без хозяина. Все. Ну, що ж, друзі, у нас є кілька, вірніше, у нас лише одна хвилина, і кожному з вас по одному слову, будь ласка. Самое главное, хотелось бы призвать жителей города не ждать, пока город решит этот вопрос, а все-таки поучаствовать как-то самим в этом. А именно, возможно, ваши родственники, друзья, близкие люди, или вы сами ищете животное своего компаньона. Есть замечательное предприятие, профильное коммунальное предприятие, Центр защиты животных. Обращайтесь, выбирайте себе друга, становитесь законопослушным хозяином своего любимца. Таким образом, помогаете городу сократить численность бездомных животных. Помните, что в первую очередь количество бездомных животных должно регулироваться вопросом того, что должны контролироваться домашние животные. Бездомные животные – это последствия. Мы не должны бороться с последствиями. Мы в первую очередь должны начать решать причины появления этих бездомных животных. К сожалению, пока в таких масштабах, как это должно быть, в городе этого нет. Ну, я оптимист по жизни своей, поэтому в любом случае я уверен, что мы найдем выход из положения, сложившейся ситуации. И все-таки я настаиваю на том, что однозначно регистрация хозяйских собак – это в первую очередь. Второе – приезжайте, звоните в Центр защиты животных, коммунальное предприятие, есть общедоступные телефоны, регистрируйте своих животных. Друзі, спасибі. І головне, що ми з'ясували сьогодні протягом нашого ефіру, що цивілізованим шляхом проблему безпритульних тварин вирішити можна. Спасибі вам за увагу, спасибі вам. Наш ефір завершено. На все добре.